Здорово, пироманы! Добро пожаловать в опасную зону. Нашел я такое озеро, но довольно старое и очень глубокое. Но рыбы тут никогда не было, да и жаб толком не слышно. Взрывать мы его будем с помощью такой пиротехники. Есть как маленькие петарды, так и самые мощные с моего канала. Давайте я сейчас привяжу к ним камни и сразу продолжу. Ну вот, ребята, примотал я камни к нашим петардам. Теперь погнали по очереди с маленькой. Серебряная пиратка. Отправляется прямо в середину озера. Да. Я уверен, вы даже не слышали, как она взорвалась. Слабенько, капец. Следующая, П-23. Поджигаем. И отправляем. О, это уже посильнее. Но, блин, слабенько. Даже лягушка отрыжку не пустила. Веселый Роджер на очереди. Полетела. Это было даже еще слабее, чем П-23. К-999. Довольно мощная петарда. Пошла, родимая. О, вот это было посильнее. Она не упала на самое дно. Посмотрите, как стягивается резка. Следующая у нас Корсар 12. Огромная черная петарда. Закинули. Взорвется, нет? Что-то не получилось с Корсаром 12. Но ничего страшного. Квадробум 6х6. Эта петарда где-то раза в 3 мощнее, чем Корсар 12. Вот так вот за камушек. Чтоб петарды в руках не держать. О, тут-то уже земля затряслась. Квадробум 8х8. Это в 2 раза мощнее, чем предыдущая петарда. Опа. Пошла, родимая. Ух ты. Вот тут, конечно, это было сильно. Ну вот, друзья, мы разогрели наше озеро. А теперь переходим к более мощным петардам. Корсар 10 тысяч и Корсар 50 тысяч. Они у нас на электрическом поджоге. Поэтому сейчас я ее подсоединю и к вам вернусь. Озеро уже залечило раны свои. А мы закидываем петарду Корсар 10 тысяч на электрическом поджоге. Пошла, родимая. Прямо в центр. Тут глубины где-то 2 метра. Ну что, я думаю, все готовы. 3, 2, 1. Не, друзья, это очень слабенько. Глубина тут, конечно, большая. Повсплывало что-то. Воняет капец. Не, друзья, это очень слабенько. Ну и вот, ребята, пришло время для Корсара 50 тысяч. Огромная петарда, весом где-то 4 кг. Заходит прямо в середину озера. Прямо в середину озера. Утонула.
утонула. Ну что, готовы? 3, 2, 1. Ни хера себе. Давай повторим, солнце снимай. Вот так, друзья, вы сами видели, я весь мокрый, это капец, вот это взрыв был. Ребята, вы даже не представляете, какой тут стоит запах. Ну как запах? Воняет, пиздец. Меня всего обрызгало этим болотом. А кому понравился взрыв, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Всем пока.